Здравствуйте. У нас сегодня, в общем-то, своего рода праздник. Впервые к нам на передачу пришли философы. Вот до этого к нам приходили ученые-естественники, там, литературоведы, историки. А вот сейчас первый раз философы. Вообще философия – это, так сказать, мать всех наук. Из нее же все науки, не требующие немедленной реализации, так сказать, выросли. И пришли философы для того, чтобы обсудить, ну, самые фундаментальные проблемы мироздания. Это так вот поэтично, а по-научному говоря, проблемы космологии, проблемы места человека во Вселенной. Ну, можно быть, сказать с философской точки зрения свою позицию, выразить к вариантам существования инопланетных цивилизаций, чем бы не выразить. Доктор философских наук Козютинский Вадим Васильевич. И доктор философии, вот так вот он просил себя называть, Павленко Андрей Николаевич. Я все допытывался, как же у него в дипломе написано. Говорит, вы не из милиции, нечего вам и спрашивать. Ну, я действительно не из милиции и не спрашиваю, как написано в дипломе. Вот. Ну, так вот, проблематика такая очень любопытная. И, вы знаете, я всегда ожидал вот чего. Я звал сюда на эту встречу астрономов всяких, физиков. Они говорят, нет, мы с философами разговаривать не будем. Вот так они сказали. Вот, боятся они философов. Но, правда, напрасно они Вадима Васильевича боятся. Вадим Васильевич, он астроном по своему образованию первому. И, строго говоря, философского вот образования он такого вот института не имеет, да? Имею. Имеете. И, кроме того, собрал. Они меня не боятся меня. Не боятся. Но те, которые я звал, я не называл, что вот Козютинский будет. Они такие, ну, не с философами, не. Если бы не знали, я каждый месяц веду семинары у астрономов, и они ничего не боятся. Нет, те астрономы, которых вы ведете семинар, они о вас очень хорошо отзываются, вы для них свой. Спасибо. Да. Так, вот такие дела. Ну так что же все-таки с философской точки зрения можно сказать про космологию, про возникновение нашей Вселенной? Слушаем вас. Космология – это наука о Вселенной как целом. И вот парадоксальным образом оказывается, что эта наука о далеких пространствах и временах должна быть включена в комплекс наук, изучающих человека. Дело в том, что за последние годы были сделаны потрясающие открытия. Во-первых, было открыто, что та светящаяся материя в виде звезд, галактик и других объектов, которые мы видим во Вселенной, занимает всего лишь 5% общей массы нашей расширяющейся Вселенной. Остальные 95% – это так называемая темная материя и темная энергия. Это невидимые нам объекты, о которых мы практически ничего не знаем. Вот первый фундаментальный факт. То есть 95% – это вообще неизвестно что? Неизвестно что. Угу. Второе. Мы знаем, что во Вселенной происходят эволюционные процессы. Вот сначала образовалась Вселенная. Об этом, я думаю, лучше всего расскажет Андрей Николаевич чуть позже. Вот. Затем происходило усложнение. Кварк-глионная плазма, химические соединения, биологические соединения. Потом антропосоциогенез, потом ментальные процессы, человеческая деятельность. И вот это магистральный путь эволюции, как мы говорим. А вот темная энергия и темная материя, мы знаем, они остались на каком-то низшем, на латентном уровне развития. Они не усложнялись вместе с этой линией. Удивительным образом, два основных пути развития нашей Вселенной – магистральный ствол, вот до человека и далее, может быть, и какая-то огромная масса материи, которая, оставшись на первоначальных стадиях эволюции, далее не развивалась. Я хотел подчеркнуть, и мне это очень кажется важным, что вся Вселенная в целом, наша расширяющаяся Вселенная, имеет прямое отношение к тем процессам, которые происходят на Земле. Во-первых, само возникновение человека обусловлено некоторыми фундаментальными параметрами самой Вселенной. Мы с Андреем Николаевичем вот занимались
и занимаемся и сейчас, каждый по-своему, разработкой проблем так называемого антропного принципа. Оказалось, что некоторые параметры Вселенной и фундаментальные параметры физики таковы, что если их чуть-чуть изменить, заменить на чуть-чуть другие, то не было бы во Вселенной ни атомов, ни молекул, ни более сложных соединений, не было бы и человека. Таким образом, первый факт, который мы можем здесь вот объявить, вероятно, об этом уже шла речь в ваших передачах, это принцип связи условий для возникновения эволюции человека и универсальных глобальных свойств Вселенной, и также ее фундаментальных свойств. Второй факт, который хотелось бы подчеркнуть. Вселенная, наша расширяющаяся Вселенная, имеет прямое отношение к процессам антропосоциогенеза, вот к процессам возникновения человека, как бы это ни казалось нам странным. В чем дело? Представим себе, что наша Вселенная статична, как считали вот многие сотни лет, что она не расширяется. Тогда жесткий фон рентгеновского излучения, который накапливается во Вселенной в ходе звездной эволюции, уровень этого фона излучения поднимался бы все выше и выше. И он стал бы довольно быстро настолько большим, что наличие жизни на Земле и человека в том числе стало бы невозможно. Это значит, предполагается, что рентгеновское излучение, гамма-излучение, спущенное звездами, не будет поглощаться в межзвездной среде, например, той самой темной материей, да? Дело не совсем в этом. Не совсем. Дело в том, что Вселенная расширяется, ее объем увеличивается. Нет, ну понятно. Плотность этого излучения падает с течением времени. Да, и энергия тоже падает. И вот это, кстати, когда-то вот всевозможные догматики говорили, что расширение Вселенной противоречит материализму, что Вселенная не расширяется, а некоторые говорят, думают так и сейчас. Так вот, аргумент. Если бы Вселенная наша не расширялась, нас бы с вами здесь бы не было. Угу. Вот представьте себе аргумент. Далее. Свойства живого на Земле, эволюция биосферы и даже социальные процессы, и даже ментальные процессы, что особенно ментальные, процессы мышления, они зависят от космических факторов. Поскольку у нас немного времени, я просто отмечу, что, во-первых, все, что мы знаем, происходит на Земле, в нашей биосфере, в нашей социосфере, в нашей антропосфере. Все определяется солнечными излучениями, солнечной энергией. Не будь Земля на нужном расстоянии поблизости от Солнца, опять-таки, нас бы здесь не было. Космические факторы определяют возможность процессов на Земле, в обществе человеческом именно того типа, которые происходят. Я считаю, что Андрей Николаевич думает немножко иначе, и он, вероятно, выскажет свою точку зрения, но вот я считаю так. И, как показал выдающийся наш великий, в общем, ученый наш Чижевский, 110-летие, со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. В 2007-м. Да, в 1897 году он родился. Так. Многие годы провел в заключении, как раз за ту идею, о которой я сейчас свободно могу вам сказать. Он написал книгу «Физические факторы исторического процесса», в котором показал, что войны крупные, революции, всякие потрясения, крестовые походы и многие другие события, которые потрясали нашу историю, всегда совпадали с максимумом солнечной активности. Ну, понятно, почему его посадили. Про крестовые походы он не мог этого сказать, потому что сведения о циклах солнечной активности достоверно известны только, сказать не соврать, наверное, с конца XVI века. Это правильно вы сказали, но, тем не менее, можно, поскольку периодичность составляет 11,2 года... Я понимаю, что она составляет именно столько, но вот в XVII веке почему-то циклы прекратились солнечной активности. На два века циклов не было. Не было.
было. И поэтому мы не можем в прошлое так свободно экстраполировать. Мы совершим ту самую ошибку, да, над которой смеялся, так сказать, Марк Твен. Говорит, статистика – один из видов лжи. Да, вот. Экстраполяция назад длины Миссисипи у него была там. Да, экстраполяция, я согласен. Да. Тем не менее, многие события... Хорошо, давайте оставим прошлые времена, да, но более современные события... А можно такой вопрос, да, тоже? Вот мне просто так вот заживой затронул. Вообще очень приятно было с самого начала. Было ощущение, что я говорю с астрофизиком. Так вот, ну, прям свой человек. Я прям расслабился, а потом слышу, вот космос влияет на ментальность, на мышление. Я понимаю, что он влияет на нас опосредованно, да? Это согласен, что непосредственно влияет на мышление или опосредованно? Что вот он устроил нам космос, оледенение на Земле, мы сразу стали думать, как нам отопление починить. Естественно, речь идет об опосредованном влиянии. А тогда согласен. И еще одно замечание. В чем это влияние заключается? Каков его механизм? Угу. Мы же говорим о корреляции периодов солнечной активности и периодов, скажем, потрясений разного рода на Земле. Но каков механизм связи между этими периодами? Чижевский его раскрыл. Он указал, что каждые 11 лет происходят сдвиги в психической активности человеческих масс. И вот сейчас, в космическую эру, мы пошли дальше. Было установлено, что Солнце выбрасывает потоки заряженных частиц, которые, врываясь в земную магнитосферу, вызывает вариации земного магнитного поля. А наши с вами сосуды, Борис Сергеевич, так же, как и сосуды у Александра Николаевича, они очень чувствительны к изменениям магнитного поля. Инсульты, инфаркты, всевозможные заболевания, эпидемии, они чутко реагируют на вариации солнечной активности. И вот каждые 11 лет это происходит. Так вот, но есть такое возражение. Ну вот, кстати говоря, вот попытка объяснить вот это влияние просто вот вариации магнитного поля, я согласен, влияние существует, оно не совсем обосновано, потому что гораздо большим вариациям магнитного поля мы подвергаемся просто вот перемещаясь в помещении, двигаясь, подходя к крупным ферромагнитным объектам, типа батареи или трубы. Это и так, и не так. Дело в том, что, подходя к батарее, мы постепенно приспосабливаемся к изменению магнитного поля. А вспышки приходят на Землю внезапно. И вариация начинается внезапно. И сосуды наши не успевают перестроиться. Вот в чем дело. Но еще одно замечание. Вы должны были бы мне сказать следующее. Так. Вот в России была революция. Она была в год... И 905-й год, год максимума солнечной активности. И 17-й год, это тоже год максимума солнечной активности. Но ведь в Америке в это время не было революции, скажете вы. Почему такой избирательный подход? В одних странах революции есть, а в других... Видимо, у нас была революционная ситуация, в Америке вот не было. Так вот, Чижевский это все и показал. Он сказал, что солнечная активность не есть причина, а есть некий триггер, спусковой механизм, который запускает, усиливает процессы, усиливает их, как мы сейчас говорим в современной науке, нелинейным образом. Малое воздействие солнечных вспышек дает нам колоссальное воздействие на наши земные процессы. Понятно. И поскольку я чувствую, что мое время уже скоро кончится, понятно, я хочу добавить. Я говорил про ментальные процессы. Так вот, наш коллега, профессор Идлис, и его коллеги, другие ученые установили, что многие выдающиеся открытия науки 20 века были сделаны в периоды около максимума солнечной активности. 905 год – специальная теория относительности. 17 год – 17 год – общая. Это как раз да. Таким образом, и с нашими революциями это совпадало. А да? Квантовая теория, которая не менее фундаментальна, да, она с каким максимумом совпадает? Я говорю только о том, я сам не занимался этим вопросом, и говорю только о том, что прочитал. Они не изучали вопрос о квантовой теории, по-видимому, но, вероятно, ведь нет такой строго жесткой однозначной зависимости. Максимум солнечной активности продолжается некоторое время. Ну, скажем, 2-3 года, а потом начинается спад. Я сейчас за вас заступлюсь. Вот меня с детства всегда впечатляло, что специальную теорию придумали в 905 году Эйнштейн, да? А общую в 17-м. У нас революции две. А значит, вообще-то говоря, в роли квантовой механики там много людей в создании.
ранее участвовала. А тут, понимаете, нельзя быть... раньше родить, если не беременна. Они, вон, специальная теория участвовала как минимум три человека. Лоренц, Пуанкаре, Эйнштейн и Минковский. Ну, Минковский, да. Поэтому уравнения Лоренца были написаны до 1905 года, поэтому тоже не все так попадает. Другими словами, не получается ли так, что хорошие факты подтверждают вашу концепцию, а те, которые не подтверждают... Нет, ну, во-первых, это не моя концепция, а концепция других. Да. Во-вторых... Ну, раз вы ее позиционировали, как сейчас говорят в этой передаче, значит, для вас... Речь идет о том, что максимум солнечной активности нарастает постепенно, и минимум приходит тоже постепенно. Ну, это очень такой, очень локальный вопрос. Вот хотелось бы послушать мнение оппонента вашего, да? Он, в общем, я так понял, что он себя как оппонентом. Нет, не оппонент. Что вы. Я коллега Вадима Васильевича. Собеседника. Да, и с удовольствием продолжу его размышления, правда, с небольшими, может быть, какими-то коннотациями. Дело что в том, такое коннотация, что нам простым? Созвучие некоторые. Некоторые созвучие, да. Но и вместе с тем, с некоторыми отличиями. Так вот, хотел бы заступиться за философию. Почему? Вадим Васильевич так представил здесь задачу философии современной, что она объясняет Вселенную в целом, оперируя такими понятиями, как рентгеновское излучение, гамма-излучение. Это физика, он прямо конечно, конечно, современная философия, тем более философия науки, давно уже такими вопросами, мне кажется, не занимается. А запрет на занятие такого рода деятельностью был уже введен в начале 19 века. Так чем же тогда занимается философия науки и философия космологии? То есть философом запрещено было заниматься... Нет, речь не идет об энциклике какой-то высшей. Ну, то есть перестали заниматься... Было показано, что философия, используя свои методы и средства, ничего по существу о состоянии физического, химического и любого другого естественного мира сказать не может. И этот период был назван метафизикой. Поэтому, ну, метафизика в таком, скорее, отрицательном смысле, чем в позитивном. Но зато, что же тогда осталось? Осталось ряд замечательных областей. Каких? Философия, например, занимается ростом научного знания. То есть она анализирует, как познает наука. И в 20 веке было обнаружено, что и в этой области были получены результаты. Ну, казалось бы, такой совершенно малопривлекательный, малоизвестный, может быть, для неспециалистов, феномен, как утверждение принципа Дюгема-Куайна, то есть принципа, согласно которому не существует чистых фактов. Это что такое? Как это означает, что все факты теоретически нагружены. Не существует чистых фактов. Все факты Приведите пример. Самый простой пример из той же космологии. Мы каждый день видим, как Солнце вращается вокруг Земли. Читал лекции в МИРА, где людям по 700-800 часов читают математику и физику. Я спросил, хоть кто-нибудь может мне, вот мне как простому гражданину, как жителю планеты, показать, что это не так? Полная тишина. Но ведь чувства нас же не обманывают, мы каждый день видим. Так что вокруг чего вращается? Вот самый простой банальный пример. Но дело гораздо сложнее. Дело в том, что в 20 веке вот именно анализ космологического и физического знания, которое тесно сопряжено с космологией, обнаружили, что сама структура знания, сам принцип объяснения физико-космологического мира удивительно повторяет те механизмы, которые господствовали в античности в эпоху Пифагора и Платона. То есть наука в 20 веке сталкивается с таким совершенно для нее, я имею в виду новоевропейская наука, конечно, с таким совершенно для нее неожиданным феноменом, которого никогда не было до 20 века. Ведь, вдумаемся, скажем, Коперник формулировал свою концепцию гелиоцентрическую для небесных тел, которые он наблюдал. А Кеплер, который формулировал законы обращения планет вокруг центрального тела Солнца, он наблюдал эти планеты. А Ньютон, который формулировал закон тяготения для объяснения механизма, по которому вращаются в соответствии с законами Кеплера планеты, он тоже наблюдал эти планеты. Другими словами, теория шла после опыта. Опыт провоцировал теорию. А в 20 веке мы имеем радикально другую ситуацию. Когда человек, сидя за домашним столом письменным, решая какие-то уравнения, получает результаты, о которых никакой опыт
Даже в обозримом будущем ничего не мог предсказать. Это не значит, что, конечно, наука отрывается от опыта, но феномен этот совершенно четко просматривается. Нет, я вот попытаюсь вот немножко скорректировать вашу уверенность. Дело в том, что вот это вот принцип такой вот, он называется натурфилософский. Mm. Когда, скажем, Ньютон создал теоретическую механику, скажем так, на основе наблюдений Кеплера, на основе экспериментов каких-то там с катанием тела и так далее. Да. Ну и наземных экспериментов тоже. Да, а потом из них делаются выводы и предсказания. Это очень типичная ситуация и для 18-го, для 19 века, для 20 века. То есть 20 век в этом плане тут революцию не сделал. Это как раз принцип вот этой вот натурфилософии, что со времен Ньютона идет. Теоретическая модель, из нее делаются выводы, которые потом удивительным образом проверяются на опыте, что так оно и есть. Но теоретическая модель чем-то спровоцирована, каким-то опытным каким-то уровнем исследований. А какие исследования могли спровоцировать, скажем, теорию расширяющейся Вселенной Фридмана в 20-е годы? Никаких. То есть там какие-то были факты, но их никто никак не объяснял. Были уравнения Ньютона, которые он решил. И вот таким образом из уравнений Ньютона, которые были написаны, Эйнштейна. Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше. Эйнштейна, значит, на основе вот этих вот, которые были написаны, ну вот, исходя из тогдашних представлений о соотношении вещества, материи, гравитации и так далее. Вот он их решил, и оказалось, что, скажем, время имеет начало, и другие всякие. Для меня самое главное другое, то, что стимулы, которые двигали исследованием Ньютона, были распределены в эмпирической сфере, то есть в опытной. Стимулы, которые двигали Фридманом Александром Александровичем, были сосредоточены исключительно в теоретической сфере. Никаких расширений Вселенной до этого. Факты были, но их никто не интерпретировал как расширение. Борис Сергеевич, извините, я хочу защитить своего оппонента, если можно. Пожалуйста. Идея очень просто. Фридман написал уравнение, которые давали нестационарные решения. Нет, он нашел нестационарное решение уравнения Эйнштейна. Да. И это и означало, что воображаемые миры, которые описывает его теория, могут быть нестационарными. Это не инспирировалось никаким особым опытом. Хотя действительно красное смещение было известно и раньше. Нет, это не инспирировалось опытом, это было просто частное решение уравнения Эйнштейна. Он его нашел. Эйнштейн сказал, ну это частное решение, оно, наверное, не соответствует реальности. А потом оказалось, Хаббл подтвердил, что соответствует. Но это и говорит о том, что уравнение предшествовало открытию закона красного смещения, а потом уже была открыта метагалактика. Но уравнение было написано не на ровном месте, а на базе того научного знания, что было к моменту к 17-му году, 1900, которым располагал Эйнштейн. Еще раз хочу обратить на это внимание, что если предшествующая физика и космология, ну, я имею в виду в разделе космологическом, раз уж сегодня выбрана такая тема, отталкивалась от опыта, и опыт провоцировал и ставил проблемы, которые необходимо было теоретически решить, то в 20 веке в значительной степени, я не говорю целиком, остаются большие разделы, естественно, физики, химии и других областей, которые до сегодняшнего дня тоже тесно сопряжены с опытом и стимулируются именно опытным развитием. Но факт налицо. И чтобы не быть голословным, я просто приведу уж тогда пример, в качестве примера высказывания одного из создателей квантовой теории Гайзенберга, который сказал в гиффордовских лекциях своих, прочитанных после войны, что современная физика по существу осуществляет и реализует проект Платона. Вот. Что же за проект? Проект Платона, что в основании мира лежат числа, а не какие-то атомы в демокритовском понимании, о которых человечество привыкло, с которыми привыкло человечество связывать какие-то, так сказать, элементы мира, как первые частицы, являющиеся неким фундаментом, первое вещество некоторое, которое является фундаментом. Итак, вот это один серьезный результат, который был получен в 20 веке. То есть, если это менее поэтично сказать, то это значит смысл такой, что современная наука реализует проект в том смысле, что доказывает, что в основе мира лежат некие дифференциальные уравнения, там, ну, вот там, всякие, там такие волновые функции, матричные соотношения.
Вот. А почему? Потому что в свое время, когда Платон, ну, правда, строя по-своему наивно еще, фигурально выражаясь квантовой теорией вещества, он говорил, что в основании всех первоэлементов, а греки их знали четыре, земля, вода, воздух и огонь, лежат треугольники особого типа. Когда Аристотель начинал анализировать, он был такой типичный естественник античности, он говорил, ну давайте разделим, допустим, кувшин с водой пополам, оставшуюся половину опять пополам и так далее. Что же мы увидим внутри этого кувшина? Там все равно будет маленькая половинка этой воды. Откуда же там треугольнички? Конечно, вот эти треугольнички, они были наивны с точки зрения логики Аристотеля. Но 20 век показал, что... Да, когда я вот это вот читал, вот, так сказать, да, вот да, про да. это, вот, мне сразу приходило на ум, во-первых, квантовая механика, во-вторых, релятивистская квантовая механика. Да, да, да. Диаграммы Феймана, эти картиночки, ну, какое они имеют отношение к рассеянию частиц? Оказывается, имеют. Да. И еще один очень существенный результат был получен в 20 веке. Вот как раз в этой области философии науки, которая не грешит анализом рентгеновского излучения. И, что это вам так не понравилось? Я должен возмутиться. Я не считал, что это философская проблема. Я просто привел пример. Да. Ну, мы каждый имеет право высказать свою собственную точку зрения. Вот мы с Вадимом Васильевичем, мы, так сказать, философствующие естественники. Это очень приятно. Это вот как раз касается этого самого антропного принципа, о котором так обстоятельно долго рассказывал Вадим Васильевич. Но поскольку мы уже с Вадимом Васильевичем у Александра Гордона имели честь об этом докладывать, сейчас нет возможности повторять в полном объеме, но скажем так, что тот катастрофизм, связанный с этим антропным принципом, он прекрасно преодолевается в современной, самой новой, ну или самой новейшей космологической теории, вот хаотической теории нашего соотечественника Андрея Дмитриевича Линда, согласно которому Вселенная состоит из огромного числа миров, подобных нашему, и таким образом мы не можем говорить о том, что Вселенная эволюционирует в направлении возникновения земного наблюдателя. Физика же не имеет дела с человеком, речь идет о наблюдателе. Так вот, просто согласно вот этой вот новейшей теории, она так и получила название в западной литературе «Chaotic Cosmology», мы просто регистрируем, фигурально выражаясь, номер квартиры, в которой живем. То есть мы живем в таком мире, где три пространственных измерения, одно временное, где такие константы и такие масса электрона, масса протона. Фундаментальные характеристики. Но, между прочим, говорить ничего о других мирах мы не можем, потому что для нас они непостижимы, недоступны. Мы знаем только свой мир, да? А ваши слова в точности повторяли приблизительно 4 века назад, когда Галилею обращали внимание, что небеса движутся над землей, а не земля над небесами. Пройдет время, уважаемые ведущие, может быть, ваши взгляды тоже изменятся. Едва ли. Потому почему что вот у нас нет? Есть наше пространство времени, в котором мы функционируем, есть материя, есть все наши вот материалистические методы познания, которые, в принципе, ориентированы как раз на материю, которая развивается или не развивается в пространстве и времени. Да? Вот, вот в это, нашем пространстве вот это и есть. То есть любой другой способ познания, пожалуйста, пусть он будет существенным, будет какой-то уже такой потусторонний. Ничего подобного. Не, но не в том смысле, может быть, что вот так обычно говорят, потусторонние силы бабки-йоги, нет. Что-то такое за пределами пространства и времени находящееся. Так вот сейчас я вам расскажу о пределах пространства и времени, причем без всякого оккультизма, хорошо, без влияния солнечных энергий. А современная космология, и за это уже вручили, в общем, Нобелевскую премию за инфляционную теорию совсем недавно. За теорию ее подтверждение. А вот за обнаружение наблюдательного факта, который ее подтверждает. Так вот, она говорит о том, что существует световой горизонт. Что такое световой горизонт? Это означает, что информация и свет находятся за пределами достижимости. Причем по чисто физическим, а не каким-то там мистическим соображениям. Горизонт событий, это то, что называется. Да, световой горизонт, горизонт событий. Почему? Потому что ту информацию, которую мы сегодня имеем возможность регистрировать, она датирована возрастом нашей Вселенной. Больше свет распространяется с конечной скоростью, мы иметь не можем. А что находится за световым горизонтом?
совершенно нормально обсуждают эти вопросы. Хотя, какая там материя, из чего она состоит? Мы экстраполируем. Но горизонт событий постоянно расширяется, поэтому узнаем, что как только он расширяется, внутри него все то же самое, что и было раньше. Вот проблема я такая. Экстраполируем. Как молодая родившаяся Вселенная узнала, что она должна вся быть однородна? Потому что все, что мы видим на несколько миллиардов лет, оно все, в общем-то, везде одинаковое. Угу. Борис Алексеевич, можно подкинуть вам аргумент? Конечно. Подкиньте мне, спасибо. Вот академик Черепащук и его соавтор Чернин назвали другие вселенные, которые принципиально для нас ненаблюдаемы, метафизическими, а не физическими объектами. О, это хорошее, это не то чтобы аргумент, но справедливая фраза. Время, к сожалению, у нас подошло к концу. Но вот очень здорово так вот прям вот... Когда я был маленький, как я говорю, да, был я студентом, у нас был такой замечательный, чудный преподаватель философии, не помню, как его звали, он так хорошо как-то руками делал, вот, у меня так не получается. И вот он говорил так, что вот специалист, он узкий специалист, он знает все ни о чем, а философ – нечто обо всем. Вот это очень впечатляло меня, помню. Вот сейчас мы так вот, ну, все-таки вот мы с вами как-то вот, все-таки мы не нечто обо всем, мы как-то вот что-то как-то все-таки мы от эксперимента. А вот у вас все такое. Это онтология у вас, это, по-моему, называется, у философов на самом деле-то. Еще раз, это называется логика и методология научного познания. Понятно. Так. Ну, я уважаю философов. Спасибо. Спасибо вам большое. Причем при этом вы почему-то все время смотрите на меня, но ведь Вадим Васильевич... Ну, он наш, я уже его принял уже в свои ряды, он по нашу сторону баррикад. Вот мы обнимаемся, целуемся, братаемся. Ну, всех благ вам, удачи, до свидания.